Уважаемые посетительницы моего канала, позвольте вас поздравить с праздником весны, любви и обновления. Мое стихотворение, которое я сочинил давным-давно, но вот насколько я помню, так сказать, насколько работает голова, долговременная память. В оконце солнце светит ярко, и птица песенки поет. Журчат ручьи, 8 марта, 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы ценим вас и понимаем, вы воплощение любви. Поработаем с вашими комментариями. Еще разок доброго здоровья, уважаемые посетители канала, 8 марта. Стихотворение я вам прочитал. Кстати, вот стихотворение. Вы сочинили там какой-нибудь стишок. Сочинили, допустим, лет 10 назад. 5 лет 10 назад. А потом думаете его прочитать, а вспомнить не можете. То есть, как нам говорят, существует там долговременная память, там ближняя память или оперативная память. И очень важно, чтобы вы пользовались своим мыслительным аппаратом. Вот я как раз вам продемонстрировал это умение. Ну, насколько у меня там получается. Я, конечно, не эталон, но тем не менее. Сочинено было очень давно. Я помню до сих пор. В оконце светит солнце ярко, и птица песенки поет, журчат ручьи, 8 марта, 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы любим вас. Вот тут не надо, слово «любим» не подходит, потому что в конце еще разок «любим». Мы ценим вас и понимаем вы воплощение любви. То есть два раза, чтобы любовь не было. То есть в голове все это дело как-то запечатлилось и сохраняется. Это очень хорошо иметь светлый ум. Сейчас сделаем небольшой такой, знаете, анализ. Анализ видео на канале. Что вы смотрите? Вот последнее видео я поднял 1000 килл. Сразу только раз я подошел, без всяких там разминок, подготовок. И вот, настроившись соответствующим образом, именно за счет вот более умственных способностей, а это не так-то просто развивается, я их развиваю в данном направлении 3 года ровно. Удалось, то есть поднять. И вы вот набрали, смотрите, просмотров 587 просмотров. На масло Тиграна 529. Школа ЖОС 5 марта 799. Там очень много разного рода информации. Можно так сказать, на все случаи жизни. Праздничное настроение, видосик, 793. Заглянем под пупочек, кстати, значит, мы не будем делать. Вот я только раз, видите, у меня под пупочком лежит ватка с дегтем. Смотрим. Кстати,
немножечко подробнее поговорим. Вот первый раз был даже ЦОН, я там, по-моему, рассказывал. На второй день тоже ЦОН. Где-то по отцовской линии отец и какие-то две такие сущности. Я так понял, что это сестры деда. Они такие крупные были, появились какие-то. Вот, то есть мы с вами не просто, положив ватку под пупок, гоняем паразитов, которые там имеются, но через этот центр энергетический, пупковый, можно так сказать, идут привязки по родовой линии. Эти привязки надо отработать, чтобы они там не болтались и не сосали энергетику в другое пространство. Это такой, знаете, будем говорить, еще новый уровень очищения, очень интересный. Если что-то более там я найду, откроется и так далее, я вам, конечно, расскажу. Пойдем дальше. Круг замкнулся. Рассказываем, значит, мы тут про Серджа. И рассказываем, в конце концов, о том, что многие люди, вот они хотят излечиться, грубо говоря, там, с помощью дегтя, керосина, тмина, гладания и прочих всем известных оздоровительных мероприятий и методов. Но самое важное, что в конце концов мы вроде бы и очистились, вот как Серджио, да, очистились, сбросили там, сколько там он сбросил, так, если 70 весил, это 30 килограммов еще. Он где-то сбросил где-то килограмм 41, а то, если не больше, веса. А привычки остались прежние. И вот, выходя из голода, человек, не проработавший эти привычки, они начинают его опять душить, опять вергать в то болото, с которого он пытался вырваться с помощью голодания. Вот. Здесь надо научиться умом контролировать все это, а в первую очередь разобраться, с чего состоит наше сознание, как я это сделал в своих книгах, и я понимаю, с чем я работаю. А когда вы понимаете, с чем вы работаете, для вас нету, будем говорить, шпиона в своем собственном сознании. Вы понимаете, откуда идет враг, где этот враг расположен у вас в сознании. И тут работа намного легче. А так получается, что круг замкнулся, все сделали, опять мы вышли на непроработанные эти самые привычки, побуждения, черты характера. И они начинают нас опять разрушать. Поэтому в некоторых случаях, вот если мы разберемся с того уровня, можно даже не применять ни голодание, ни питание, ни прочее. А разобравшись там, все это отпадет. Так, куда сколько есть? 422 просмотра. Круг замкнулся. Это насчет, значит, мастопатии. Там очень интересно сказано, вернее, рассказано. 514 просмотров. Говорится о том, что вроде как мастопатия. Вроде как что-то имеется с этого самого, там, с левой стороны, что ли. Тело, какие-то неполадки вот идут по левой стороне или по правой, но неважно. Главное, идут они по одной стороне. И оказывается, мы опять выходим на нравственность, мы выходим на энергетику, мы выходим на вот эти тонкие уровни пространства, в которых, как бы сказать, зреют мотивации, сгущается разного рода информация, которая далее на материальном плане развивается в мастопатию, в опухоль, в полипы, в этот самый, там, повышенное артериальное давление, сахарный там диабетес, возникает сбой органов и так далее, и так далее. Далее, каждому свое. 944, думать надо, 736, болят колени, 781. Но я вам все демонстрирую. Вот я буквально таки сейчас вышел со спортзала, я там хотел на зеленом фоне снять вот это вот все.
интернет с третьего этажа туда не добивает, Wi-Fi, и я тыкал-мыкал, и ничего не получилось. Но, тем не менее, на станке стояло, на моем тренажерном станке стояло 900 килограмм. Я видео прилагаю, смотрите. Оцените мои колени, то есть древоступные суставы, коленные суставы, тазобедренные суставы, и отчасти поясницу. Как жить, что-то там, как жить? 946. Депрессия или никто не узнает? 1026. Я насчет депрессии очень много говорил, что депрессия – это отсутствие мотивации к жизни. Вам не интересно жить. Сделайте свою жизнь с выдумкой, чтобы вам было интересно, а не просто, знаете, можно ее пробухать и все. Вот знаете, вот большинство людей, не понимая вот этого величайшего дара жизни, они просто-напросто это самое, как бы сказать, пробухали в кругу друзей, таких же алкашей, как они, и вот вроде как, и что-то такое. Но это, знаете, вот один уровень. Вот смотрите, если так вот разобраться, уровни интереса. Вот уровень интереса, это, допустим, вкусовые ощущения. Это один уровень. Уровень интереса – это следующее, как бы сказать, половые ощущения. Вот вчера я смотрел передачу про Абдулова, там, Абдулов и его женщина. Там они. Вот, следующий уровень, знаете, ну, будем говорить, вот, как бы сказать, когда человек то ли присытился, то ли ему уже неинтересно, он как-то хочет голову затуманить и от вот этого бытия, которое тут у него, отказаться. Но есть же другие уровни интереса. Интерес – это творчество, когда человек начинает понимать, насколько интересен мир созидания, насколько интересен мир вот в этот, что можно делать и путешествие астральное, что можно делать, будем говорить, вот это вот творчество, что можно, в конце концов, находиться в экстазе творчества. Это тоже большая вещь. И прочее, 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 прочее. И вообще, сама жизнь, это, можно так сказать, это радость, это чистая радость, которую мы с вами затуманили разного рода, вот, ага, это надо поесть, там купить, здесь заработать, там продать, тут, чтобы не обманули, там, вроде как, ты можешь кого-то там, это самое, ну, всякие такие вот движения мысленные, знаете, наносные, которые, вот, если взять, вот, светлый луч идет, луч такой светлый, вот это как раз жизнь, а мы его запылили вот этими всеми своими мыслями, своими хотелками, своими там вот это вот глупостями и так далее, так далее. Мы его и живем вот этой темноте. А как только раз, да ё-моё, жизнь вообще прекрасна, знаете. И даже на те же вещи, как питание, как общение с другим полом, и вообще бытовые вещи, мы можем совсем по-иному посмотреть и совсем по-иному получить ощущение обратное. Не просто там, грубо говоря, арбуз там съел, и а что-то еще. И, кстати, вот это важно понимать. Вот если мы с вами являемся частицами Творца, его частицами, то потребляя пищу, мы думаем, что мы кормим себя, но через нас питается Творец. И вот первым делом мы как раз садимся и говорим: Господи, спасибо за пищу, которую ты нам посылаешь. Прими ее через нас. И тогда несколько по-иному мы отнесемся, чтобы это действительно пища, которая проходит через нас, она была и чистая, и хорошая, и свежая. А что ж мы разную ерунду, как свиньи, забросили и, грубо говоря, будем Господа вот так, будем говорить, опошлять через это питание. А тем более через вот это вот вещи эти все. Когда Он нам дал, Он уже нам дал такую радость, которую ничто не даст, там ни наркотики, ни алкоголизм, там, ни какое-то еще одурманивание. Это чистейшая радость. А мы ее не можем
почувствовать, потому что мы ухватились за разного рода конфетки, фантики и так далее. А главного-то и нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, лечебное голодание Сержа, 871 просмотр. Полипы в желчном, 649. Что такое жор и как его остановить? У меня было, я прекрасно это все знаю, вещь крайне неприятная. Если ты не понимаешь, откуда она берется, а если ты понимаешь, то ты начинаешь ее контролировать. 916, зелье тиграна. Повторим еще раз. 967. Кстати, я масло тиграна принял. Сейчас надо еще подзабыл принять. Вот как-то я занимаюсь тяжелейшей нагрузкой, я так чувствую сердце. А это, знаете, разочек другой принял его, чайную ложечку вот этого масла, которое он сделал на основе кремния. И совсем по-другому я чувствую, организм заработал. Значит, 967, школа ЗОЖ, нет стула, 689, а это что-то про Сержа в основном. Ну, налаживали Сержу, наладили все, пищеварение, стул, все так, дальше продолжай. Нет, начинаются какие-то собственные изыскания. Ясно сказал Сержу, вот это делай, вот это, вот это, вот это. А дальше поступай вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ну, как-то тяжеловато доходит. И я понимаю, что когда человек в этом деле новичок, для него все это кажется странным. Так, ЗОЖ ответы от 19 февраля, 558 просмотров, женский клуб, главный секрет, 946. От теории к саморазвитию и самосовершенству, 1128, благотворительность 270, благотворительность, как бы сказать, на последнем месте. Ну, это ваше дело, ваша оценка моей деятельности, моей пользы и так далее. Ну, так, ну что поделаешь. Хотя есть люди, я их благодарю, очень хорошо откликнулись. Ну, просто-напросто молодцы. И вот остановимся на женский клуб, главный секрет лечение, оздоровление, 946 просмотров. А это очень важная информация. Дана человеку жизнь. Через него уже идет поток жизни. То есть через нас, изнутри наружу идет поток жизни. Обеспечивается. И вот этот поток, это первоначальная жизненная энергия наиценнейшая, которую мы с вами, если человек заболел или так от жизненных каких-то неурядиц, он начинает пережигать, допустим, в гнев, в раздражение, самосожаление, разочарование, грустить. И прочие такие могут быть отрицательные. И вот это все это отрицательное, то, что, знаете, высоковибрационные энергии жизни, они пережигаются в низкие вибрации, вот эти все, которые тут вот так вот нас окутывают и начинают разрушать. Более того, подобное привлекает подобное. То есть человек вот эту вот божественную энергию, пережигая своим собственным умом, перетворяя ее в низкие вибрации, это такие, он начинает, помимо того, что грех делает, он помимо всего еще начинает и привлекать соответствующие мысли, соответствующие вибрации к себе. А потом он удивляется, а почему у него в жизни ничего не получается, а почему у него еще там что-то со здоровьем, какие-то неполадки и прочее. А вот если мы это понимаем, и, знаете, вот буквально таки, нам осталось там жить день, можно этот день прожить, ой, день остался, ой, какой я несчастный, ой, какой я плохой, ой, то есть задушить в себе этот родник энергетический, жизненный, просто-напросто, и уже умереть заранее. А можно, ё-моё, а у меня еще целый день.
сколько этих секунд, сколько мне еще времени отпустил Господь. И вот в этом, вот в эти мгновения только радуемся, радуемся, что я еще живу, что еще, видите, у меня энергия, как это самое, начала во мне, так сказать, играть разными красками. Я еще живу, я еще это. И вот эта энергия, она начинает вас исцелять. Мы с вами образуем энергетическую субстанцию, которая складывается с разного рода энергии. И эти энергии должны быть положительными. Они должны быть гармоничными. И тогда мы здоровыми, красивы. И у нас все даже удается в окружающем мире. Как только мы все это дело своим собственным умом, вот так вот, вот это, пере это самое, херячили, у нас и со здоровьем не лады, и с окружающим миром не лады, и прочее, прочее, прочее. Вот этот, будем говорить, вот этот родничок, который через вас идет, светлой энергии, мы наоборот расширяем, мы наоборот радуемся, мы каждому мгновению, я дышу, я мыслю, как хорошо, то есть ощущать жизнь, вот ощущать жизнь, это иное, нежели там что-то такое, вот именно процесс жизни. И когда вот это вот начнется, вот эта вот именно энергия, это есть величайшее лекарство, которое нам дает Господь Творец, создавая нас. Он создает нас, разворачивает полевую форму жизни. И мы своим мышлением можем ее еще дальше, больше развернуть, облагородить. А можем, грубо говоря, похерить. И потом удивляться. Ой-ля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 . Ну, я, наверное, много наговорил. Я не прошелся по вашим комментариям, хотя хотел. И, кстати, там в комментариях кто-то там спрашивал, носовая перегородка, там, а вот вы сказали, а методику не дали. Все дано в видео, я там рассказывал, как дышать, надо что дышать и прочее, 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 прочее. Ну, как-нибудь я еще там повторю. А пока, дело идет у нас к обеду. Так что восхищайтесь жизненным процессом. Восхищайтесь вот этой божественной энергией, которая проходит через вас, которая вас поддерживает, оздоравливает, облагораживает. И будьте признательны за вот это все, и вам еще дастся. Глядишь, ваши дни в здоровье и счастье продлятся. Доброго вам здоровья. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.